Вітаємо вас в маркері подій. Сьогодні будемо говорити про Близький Схід і Ізраїль разом з професором політичних наук університету Бар-Ілан Зеїв Ханін. З нами на зв'язку. Пане Зеїв, вітаємо вас. Вітаю вас і вітаю ваших глядачів. Дивіться, істерика в Ілона Маска почалася ще вчора ввечері. Ну, це в нас ранок, в них вечір. Він так і сказав, все, ну, треба зупиняти це все і не рухати сектор Газа, бо ми на порозі Третьої світової. Пане професоре, що б ви відповіли Ілону Маску? Я буду відповідати російською, якщо ваша ласка. Прошу. Дякую. То, что касается господина Илона Маска, он вообще известен всякого рода экстравагантными высказываниями, поэтому не нужно воспринимать все буквально то, что он говорит, хотя он человек, не, мягко говоря, не лишенный таланта. При этом надо иметь в виду, что он не так уж далек от истины, правда, немножко опоздал, где-то как на 30, потому что Третья мировая война идет уже не первое десятилетие. Мы просто, она идет в том виде, к которому мы не привыкли. Мы привыкли сравнивать с Первое световое, другое световое. На самом деле Третья мировая война – это гибридная война. Она включает в себя различного рода региональные конфликты, точечные. Она включает в себя различные идеологические информационные диверсии. Она включает в себя так называемый proxy war, то есть использование сателлитов, прокси, для реализации интересов региональных и мировых держав. Она включает в себя экономическую войну, много чего. Вопрос в другом, в какой степени региональные войны, региональные конфликты могут перерасти в глобальный конфликт, то есть, который из гибридного станет вот конфликтом, так сказать, масштабным. Да? Пока на сегодняшний день мы говорим о трех основных таких точках. Первая – это война, которая началась после военного вторжения России в Украину. И, как мы понимаем, Балканская война или война на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном, это была некая репетиция. Да? Вот. Вторая точка, это понятно, Юго-Восточная Азия, где нарастает конфликт, пока еще не переросший в горячую фазу, между Китаем и Южной Кореей, Японией, Тайванем. Ну и, наконец, вот традиционный район, Ближний Восток. Мы готовились к прямой войне с Ираном, но Иран пока на сегодняшний день предпочитает... Видимо, не готов еще к полномасштабному конфликту и опасается, что это будет концом режима Аятолл, и пока инициирует действия своих прокси. Хизбалла в Южном Ливане, Хамас в секторе Газы, хуситы в Йемене и все, что связано, и все, что вокруг. Понятно, господин Маск, как и все мы, опасаются, что все это перерастет в глобальный конфликт, но уверяю вас, то, что происходит сегодня, скажем так, не менее масштабно и не менее драматично, чем могло бы быть. Для того, щоб розуміти, що відбувається сьогодні, треба розуміти, що відбувалося вчора. І про причини найбільшої терористичної операції Хамасу на території Ізраїлю, яка була проведена за всіма ознаками як воєнна багатоцільова операція, яка триває до сих пір, бо вони ще щось стріляють, щось випускають, кудись бомблять. В цьому випадку, хочу вас, пане професор, щоб ви дали нам бекграунд, власне, де лежить провина на тому, що Хамас доріс до воєнної операції. Помилка лежала в тому, що саму партію, Хамас, сам політичний клас Ізраїлю виростив як антитезу до цього звільнення Палестини, та до Ясір Арафатівського оцього дискурсу. Чи коріння лежить у Кремлі, де завжди усю цю терористичну гадость спочатку придумували, потім фінансували, а потім приймали, як це зараз роблять, незалежно, чи це таліби з Афгану приїхали, чи Хезболла, чи Хамас. Товариш Путін їх завжди радо вітає, як то кажуть, в ЦК. Так де ж проблема? В Кремлі чи Ізраїль сам виростив собі Хамас як терористичну армію? Ну, якщо ми замість чи вставимо... ми будемо вживати щось інше разом,
И то, и другое. И то, и другое, да, и то, и другое, по большому счету. Это опять-таки, это гибридная война, это мы не во время Второй мировой, не во время Первой мировой, что ты друг твоего друга, твой друг, враг твоего врага, твой враг, враг твоего врага тоже твой враг сегодня в наше время. И, в общем, на самом деле все используют те или иными инструментами, россияне здесь не одни. С одной стороны, мы, да, действительно видим ситуацию, при которой вторжение через забор безопасности, друзья, миллиард баксов на него потрачено, да, больше. Mm-hmm. Подземная защитная стена, наземная, воздушная, морская, чего там только не было. Казалось, что преодолеть ее невозможно. ЦАГАЛ готовился к отражению атак в случае прорыва в 7 местах. На самом деле это произошло в 20 местах. Хамас, боевое крыло Хамаса, оно его реализовало, но самостоятельно разработать и осуществить такой проект они бы не могли. За этим стоят намного более серьезные структуры. Мы исходим из того, что в планирование были вовлечены, ну, прежде всего, иранцы, понятное дело. Но в первую очередь, по сути дела, на территории Израиля ворвалось порядка 5000 очень хорошо подготовленных, прекрасно вооруженных, упакованных, в основном российским оружием. Но опять-таки мы не знаем, это непосредственно из России. Мы знаем только, что, скажем, по российской лицензии там есть завод боеприпасов в Газе. Но мы не знаем Калашниковы, все вот эти, да, винтовки Драгунова, противотанковые системы, известные нам еще и по Второй Ливанской войне, тоже российского производства и так далее. Это произведено где-то в том же Иране, там, по России, Китае, по российской лицензии, это непосредственно поставлено. Пока доказательств нет, да, так же, как и доказательств того, что там действуют боевики Вагнера, наемники. Кто-то во время вот этой вот атаки на еврейские поселения, кибуцы и машавы, слышал крики по-русски. Да? Ну, опять-таки, проверить это невозможно. И в конце концов, русский язык не монополия Путина, мы понимаем, да, мало ли там кто использует русский язык. Но так или иначе, вот я сейчас говорю по-русски, но так или иначе, понятно, что очень хорошо подготовленная, мотивированная и идеологически индоктринированная в духе исламского государства, даже не братьев-мусульман, филиалом которых является Хамас, да, а именно вот в рамках вот этих вот идей, за этим, это по сути дела, Израиль атаковал бригады спецназа, и, как говорят наши военные эксперты, так на уровне, на коленке такие вещи не делаются, за этим стоят планирования на уровне окружного или генерального штаба. Скорее всего, это в основном Иран, но никто из нас не удивится, если за этим стояла ГРУ или кто-то еще. Да, но тут просто... Пане професоре, тут що цікаво, просто Хамас офіційно не дякував аятолам, там, стражам ісламської революції і безпосередньо державі Іран. А от Путіну вони встигли висловити свої подяку. Ну, Романе, ви праві. Але, однак, я би сказав, що це теж може бути і некоторая маскировка. Да? Іран робить все можливе для того, щоб доказати свою непричастність до всієї цієї історії. Так. Скажімо, просто два маленьких уточнення. От, Іран є фактично ось тим місточком між двома війнами. Між російсько-українською війною. І тут Іран є один з головних спонсорів. І Іран достатньо активно на початку підтримав Хамас, а навіть обіцяв, що якщо ви підете на наземну операцію в сектор Газа, то ми ще втрутимося як держава війною. Ну, правда, потім відкотив ці заяви назад, але я маю на увазі, що Іран в цьому випадку є країною ізгоєм, країною-терористом, який допомагає і Росії, і погрожує Ізраїлю. Ми пам'ятаємо, як Ізраїль обережно, я маю на увазі політичний клас Ізраїлю, обережно коментував російсько-українську війну всі півтора року. Чи зараз є злам, чи зараз буде той момент, коли держава Ізраїль буде, чи, ну, чітко розуміючи загрозу з боку Ірану, буде по-інакшому інтерпретувати і Кремль, і Москву, і Нетаньяху більше вже не буде вдягати там колорадські ленточки і їздити на Побєдобєсія в Москву?
Я думаю, что он жалеет об этом в данный момент. Но вопрос тут в данном случае в другом. Да? Я не знаю, в какой степени я, как израильтянин, как гражданин страны и как человек, сына друга, которого мы хоронили совсем недавно, и который читает мартиролог в социальных сетях, бесконечный. Впрочем, не мне об этом рассказывать украинцам, правда? Так вот, в какой степени я могу отрешиться, просто одеть мантию профессора политологии и говорить на эту тему с одной стороны, с другой стороны. Но я попробую. Так вот, понятно, что Иран является связующим звеном. Вы абсолютно правы. И Иран в данном случае является неким узлом с одной стороны линии Тегеран-Ереван-Москва, предлагая свои, так сказать, амбиции, геополитические амбиции на Южном Кавказе. Иран, несомненно, является союзником России в войне против Украины. И не только идеологическим, и не только в виде поставок вооружений, например, ударных беспилотников, да, но и часть этого нового военно-промышленного комплекса, который выстраивается и в России благодаря российским поставкам. ПВО в Иран, например, которое израильским ВВС придется учитывать в случае, если будет принято решение о радикальной остановке иранской ядерной программы, скажем так. Да? Вот. И Иран, соответственно, является силой, которая стоит за спиной своих прокси. Это хуситы в Йемене, которые направили беспилотники в сторону Израиля или американских баз в Ираке. Их сбил системами ПВО эсминца флота США. Один из них там сбили даже саудиты, которые сейчас активно критикуют Израиль. Но давайте не будем забывать, что мы были накануне недели, может быть, месяца, не помню, многие, от подписания соглашения о нормализации отношений, и тогда что было бы? Столетний арабо-израильский конфликт на этом был бы закончен. Мы получили бы на Ближнем Востоке ближневосточное НАТО, США, Израиль и страны Саудовского блока. И кто от этого был бы, мягко говоря, не очень в восторге? Иран и Россия, Китай, да? То есть мы с вами говорим о Третьей мировой войне, мы говорим об осях, да? Блоки, оси зла, оси добра, про западный блок, блок тоталитарных держав, ну все намного сложнее. Как себя в этой ситуации ведет и будет вести Израиль, и может себя вести Израиль? Израиль исходил из того, что, коль скоро все идет, эти точечные конфликты, они потом в общую эту мозаику складываются, Израиль поддерживает Украину дипломатически, морально, политически, поставляет то, что может поставить, гуманитарную помощь, вещи, которые, ну, которых не принято говорить вслух, да, что перспективой может стать присоединение Украины к... Собственно, предложения эти поступали еще несколько лет назад. Израиль ведь работает не продажей, очень мало продает свои вооружения. В основном продают свои технологии. Скажем, этот знаменитый железный купол, а также волшебная палочка и прочая система многоуровневой обороны, она закрывает небо Израиля на 80%. То есть вытащить, открыть склад и продать нечего, да? Но продаются технологии, например, как наши отношения с Азербайджаном, эти беспилотники, куполы, все остальное производится на месте. Да? Украина могла быть частью этого проекта, но украинское руководство Петра Порошенко в прежние времена предпочло стратегическое партнерство с Турцией. Они продают барактары, это израильские технологии предыдущего поколения, может быть, более продвинутые вооружения, они могут быть поставлены Украине, то есть, прежде всего, в виде технологий со временем, да? То есть, когда, так сказать, вот подобная возможность. Но если выяснится, во-первых, выясняется, что в ходе войны произошло сближение Москвы и Тегерана, то есть это уже стратегические партнеры, и, соответственно, пересмотр взаимоотношений с Москвой в Иерусалиме уже происходит. Но если выяснится, если будет доказано, что именно россияне стояли на нападение на Израиль, и когда в течение дня, ну, было убито количество евреев, сопоставимым, сколько убивали в день освенцами, это уже будет радикальное изменение правил игры. Вы должны понять, коллеги наши украинские, да, что Израиль создан для того, чтобы never more, чтобы никогда больше. Если это состоялось, тогда уже извините.
Та, ну я пам'ятаю свої відчуття, коли в день катастрофи був в Ізраїлі. Це, ну, це цементуючий один із моментів, який відчуваєш в Ізраїлі, незалежно де ти там, в якому куточку. Це я собі пам'ятаю, і для мене це було дуже важливим моментом для усвідомлення функції держави для свого народу і народу у своїй власній національній державі. Тепер є один момент, який на низовому рівні, пане професоре, хотів вас запитати. От, пане Зея, дивіться, ми уважно дивимося завжди за тими всіма коментарями, які супроводжують певні дії. Коли у секторі Газа місцеве населення, яке є заручником в першу чергу Хамасу, бо вони, з одної сторони, підтримують їх, з другої сторони, абсолютно цілком свідомо дозволяють робити підземні ходи, склади, штаби прямо в своїх будинках, школах, лікарнях. Потім, після будь-якого обстрілу, вони хапають труп бажано дитини, і далі починаються пляски на костях. Тобто вони починають ганяти по місту зі всіма криками. Потім ми бачимо акти солідарності по цілому світу. Зупиніть і ізраїльський сіоністичний терористичний режим, який вбиває дітей. Ми живемо абсолютно подібній парадигмі, я маю на увазі в Україні, бо коли стріляють ракетами по містах України, в основному по цивільній структурі, то в московському телевізорі говорять, що це акт возмездия. А якщо прилітає безпілотник чи ракета з України і вдаряє в аеропорт, в аеродром військовий або в військовий склад, то це акт українського тероризму. От ми в такій самій парадигмі перебуваємо. В цьому випадку, чи можете ви нам пояснити, чому в цивілізованих країнах, бо ви говорили про осі зла та демократичні, тоталітарні осі. Чому в демократичних країнах навіть місцеве населення не палестинського походження вилазить на оці акції за Палестину, за сектор Газа, за Хамас? Пане Романе, я детально розумію все, що ви кажете. Не тільки вокруг вашого вишукано українською, а теж, що ви маєте на увазі. Вообще, на самом деле, ответ на этот вопрос и простой, и сложный. Начнем с его простой части. Скажем так, есть простой ответ на вопрос, почему они это делают. И очень сложный или невозможный ответ на вопрос, а как это можно изменить. Вот. Ну, начнем с того, что Израиль критиковать легко и приятно, да, он не будет устраивать погромы в Шарль-эль-Бдо, да, он не будет посылать спецназ для того, чтобы призвать к порядку там очередного болтуна, он не будет там требовать сжечь Библии, да, или там Кораны, там, или что-то еще, вот, то есть это называется на иврите, это называется Палестина хинам, это называется Палестину можно поддерживать бесплатно, вот, а евреи, ну, виноваты уж. Еврей уже виноват уже тем, что он родился, так что тут все более-менее понятно. Так что мы как-то более-менее к этому привыкли. Почему это происходит? Понятно, что это и давление тех иммигрантских общин, которые ориентированы на повестку дня стран исхода в намного большей степени, чем на страны, которые их принимают. И, в общем-то, появление радикализированных сообществ в пригородах крупных городов, там, не знаю, там Парижа, Мальме, Стокгольма, Лондона и так далее, куда не старается не соваться полиция местная, потому что там они живут по шариату на самом деле. Это второе уже и третье поколение, это родители, дедушки и бабушки, которые перебрались в Европу с помощью, с целью лучшей доли. Вот. Но знаете, как говорят, в свое время в исследовании Левада-центра в России, серьезное такое исследовательское агентство, они пытались выяснить, а почему же произошла такая реимпериализация общества, которое, казалось бы, было настроено на демократические перемены, да, на западный образ жизни. Но в тот момент, когда у тебя появилось, скажем так, вывод был такой весьма интересный. Ну хорошо, вот моя квартира, вот моя машина, да, где моя империя? Так вот, в тот момент, когда появилось люди с определенной идеологией, да, и определенным сознанием, они перебираются в развитые страны, ну хорошо, вот мое пособие, вот моя квартира, вот мои, так сказать, деньги, которые я получаю, вот мой уровень жизни, а где мои ценности? Да? И вот вместо европейских ценностей
так сказать, они усваивают дао, так сказать, благодаря распространению этой вот радикальной исламской идеологии в стиле братьев-мусульман или ИГИЛ, исламского государства. С этими, казалось бы, все понятно, да, и претензии нужно обращать к лидерам тех стран, которые отказались от своей национально-либеральной идентичности, да. Вот. Это, кстати, тоже претензия к Израилю. Ну, вы еврейское государство, ну что это такое? Это уже так некрасиво, это так уже не модно, да? Должно быть государство всех граждан, да? Вот говорит, ну как, мы говорим, вот есть польское национальное государство, Украина, украинцы строят свое национальное государство, европейское, либеральное, но национальное, да, там, политический национализм, гражданский, какой хотите, но все-таки, ну, евреи, что вы опять придумали, ну и так далее, да? Но это пока все, это я цитирую своих коллег по европейским университетам, где мне довелось преподавать. Так или иначе, вот, они получили то, что получили. Теперь возникает у нас проблема с тем, что мы называем либеральные европейские западные круги. Да? Вот у них там картина черно-белая. Вот это вот свет, вот это тьма. Вот это вот наши, вот это вот не наши. Вот это вот то, что называется либеральный западный блок, а вот это вот нелиберальный блок. Да? И поэтому расизм, колониализм, оккупация – это все ужасно. Неважно, по каким причинам и почему, и что за это стоит. И оккупация ли это, да? А вот, вот эти вот наши ценности, соответственно, что оккупированный, несчастный, дискриминированный, он всегда прав. Да? Что бы он там ни делал, что бы он там ни вытворял. В итоге Израиль в их глазах является колонизатором, оккупантом, вот, и рассказы из серии, что на западном берегу реки Иордан, откуда Израиль ушел, 95-8% населения находится под контролем палестинской автономии. Жизненный уровень выше, чем в Иордании, и выше, чем в секторе Газа. А в секторе Газа жизненный уровень выше, чем в Египте, это ж никого не интересует. Потому что, а у среди израильских арабов жизненный уровень самый высокий во всех арабских странах, за исключением нефтяных монархий Персидского залива. Да? Ну, это типа не Бахрейна и Катара. Да. Это вы откупаетесь, да? А на самом-то деле, вот дайте им независимость и пусть подыхают с голоду. Вопрос же, так сказать, это уже теперь будет не ваш вопрос. Ну, хорошо, Израиль 4 или 5 раз пытался навязать палестинским арабам независимое государство. Но что вы будете делать с людьми, которых интересует не свое государство, а уничтожение чужого? Ну что вы с ними будете делать? Скажите вы мне, пане Романе. Пане професоре, ми живемо власне в такій самій парадигмі, де в принципі в дерев'яна параша на вулиці 30%. Так? Крім нічогісінько нема, но величие імперії полягає в тому, щоб раз і навсегда рішити український вопрос. Про це вони говорять півтора року під час цього вторгнення. Це абсолютно ідентична, як і ідея окончательно рішити єврейський вопрос. Тут в цьому випадку ми абсолютно перебуваємо фактично в парадигмі, яку киянка Голда Меїр колись озвучила, що ми хочемо жити, але наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. І це не залишає великого поля для компромісу. Це її цитата. Це точно. Так, да, ми в ній. А от тепер один важливий ще момент, бо є в мене друг, в якого теж частина родини в Ізраїлі. Він був навіть вхожий і в воєнні кабінети, і в Кнесет, то ми з ним говорили на початку російсько-українського вторгнення, от коли почався кримнашизм, та, от Крим наш і все інше. І він мені розповідав, каже, з батьком тримаю контакт по скайпу, а тепер батько по скайпу не виходить. От, я його попросив включити такі відеокартинку, бо тільки звук був. От, каже, сидить батько мій 80 з хвостиком років, а в нього фінгал під оком. Він каже, хто тобі фінгал під око поставив? Він каже, та ходив на акцію підтримки України, от, а інші, ну, ті ж самі ізраїльтяни, набили йому фінгал, бо вони виходили в підтримку Путіна. От, така цікава ситуація, буквально сімейна історія. І в цьому випадку ми знаємо, що була ціла частина когорта
ізраїльських громадян, які виїхали з Совєтського Союзу, а пізніше із Совєтської Росії, путінської, так? І от вони не перерізали пуповину. Вони далі були от путін-ферштайерами такими, вони далі в русском мірі були. Вони готові були от набити морду тим, хто підтримує ізраїльтян, які підтримують Україну, а не Росію. І от після цього вторгнення Хамасу, після тих заяв «Спасіба товаришу Путіну», після всіх заяв Путіна на адресу Хамасу, що в головах тих ізраїльтян, які були ще донедавна орієнтовані на цінності русского міра? Що мені вам сказати? Я дуже рад, що ми зараз спілкуємося, тому що давайте, може бути, це хороший повод і замечательная платформа для того, чтобы, как мы говорим на иврите, поставить факты в пропорцию. Да? Я, вы знаете, 13 лет, кроме всего прочего, работал главным ученым Министерства Алии и Интеграции, то есть руководителем ведомственной науки в министерстве, которое занимается приемом евреев-репатриантов и их интеграцией в израильском обществе. И поэтому, что творится на русской улице Израиля, да, то есть в русскоязычном Израиле, я думаю, что я более-менее представляю, а также не только на русскоязычной улице. Так вот, я хочу вам сказать, что на демонстрациях в пользу России после начала войны было больше сотрудников российского посольства, чем израильтян. Что эти флаги, так сказать, выдавались из российского культурного центра, и все это, понятно, что все, так сказать, все это делалось для того, чтобы запечатлеть несколько светлин, да, так сказать, картинок и записей, а потом разгонять по телевизионным каналам. Все опросы общественного мнения, которые проводились после 2014 года, а затем после февраля 2022 года, да, они показывают совершенно однозначно, что абсолютное большинство выходцев из бывшего СССР, из России, из Украины, из Узбекистана, из Прибалтики, точнее, извините, стран Балтии, из Белоруссии, Молдовы и так далее, они приобретают израильскую идентичность очень быстро. Они в намного большей степени продукт израильского опыта, чем советского и постсоветского наследия. И если, скажем, между 2014 и 2022 годом, скажем так, интерес к российско-украинскому конфликту, то есть войне Украины с пророссийскими сепаратистами, он был сравнительно невелик, скажем так, да, ну типа не наша война, да, то после, после февраля, 24 февраля 2022 года все опросы показывают совершенно однозначную проукраинскую ориентацию подавляющего большинства, включая выходцев из России. И, ну, а вы как журналист, вы прекрасно знаете, что эффект социальных сетей. 10% активистов покрывает 90% информационного поля. Это создает некую такую вот иллюзию диспропорционального, колоссального объемов или масштабов этого самого явления. Уверяю вас, что на уровне гражданского общества как русскоязычного, так и англоязычного, франкоязычного, івритоязычного в Ізраїлі, українцям не о чим беспокоїтися. Ну, власне, мені дуже важливо було, щоб ви це все розповіли, розказали, тому що, кажу, картина дуже серйозно змінилася з 14 на 22 рік, і оце той стрибок. І ми бачили тепер велику кількість заяв, як від простих громадян Ізраїлю, так і керівників правлячої партії. От, в нас завірусилося в інтернеті відео, коли я зараз прізвище не згадаю, але один із лідерів партії на каналі, пропагандистському каналі Russia Today, просто їм пояснив, що от тепер, коли ви долучилися до питання знищення Ізраїля як держави і власне єврейського питання, то будете, ми закінчимо війну перемогою над терористами Хамас, і потім вам надамо воєнну відплату. Фактично так було сказано від представника правлячої партії в російському пропагандистському телеканалі. Наскільки оця позиція, ну, була, може, емоції персонально цього політика, чи наскільки це от після формування от уряду національної єдності, наскільки це є позицією для Ізраїлю, що дати відповідку Кремлю і російському імперіалізму таки доведеться в тому числі і силовим способом?
Давайте разделим две вещи. Да? Вначале, первый момент, мне не хочется вас разочаровывать, но этот джентльмен никаким лидером, так сказать, партии не является. Да? Он является депутатом, да, депутатом заднескамеечником, который, учитывая, что рейтинг премьер-министра, лидера его партии, после того, как вы спрашивали о причинах, да, мы с вами много говорили о зарубежных факторах, но давайте не забывать и о внутренних факторах. У нас в руках рванула концепция, да? Доктрина управления кризисом без управления газой, о том, что с Хамасом можно мирно сосуществовать. Вы меня понимаете, у вас тоже была такая доктрина. И что Израиль может терпеть спорадические обстрелы из Хамастана, из сектора газы. У нас есть железный купол, мы там, по крайней мере, но уйдя оттуда в 2005 году до последнего сантиметра, ликвидировав там цветущие поселки, военные базы, промышленные предприятия, теплицы и все остальное, да, ликвидировав наше поселение, но передав это все Хамасу, теплицы и предприятия, которые они разрушили и сделали базы для обстрелов, да, гуманитарные поставки, включая там цемент, трубы и так далее, пошли на военную промышленность, там, не без внешней помощи. Эта концепция долгое время, она, так сказать, бытовала в наших военно-политических кругах о том, что возвращаться туда, проводить зачистку, а потом что, да, реоккупировать газу народ не готов, израильский, это было тяжело, больно, это было ошибочно, уходить в одностороннем порядке без соглашения. Но сделано, что сделано. Да? И, соответственно, передать под внешнее управление, таких фраеров пока нет. Как говорили в Одессе, как говорят в Израиле, на иврите тоже. Соответственно, поэтому с этим нужно более-менее мириться. Эта концепция у нас рванула в руках 7 октября. И стало более-менее понятно, что туда нужно вернуться. Военная сухопутная операция пока не началась, но она там по целому ряду причин, в том числе и потому, что ЦАГЛ предпочитает не воевать на застроенной местности, как это было раньше, когда проводили ограниченные операции, это стоило большой крови. И вот Израиль больше на это не готов. Поэтому застроенная местность должна превратиться в плоскую более-менее местность. И там уже тогда, так сказать, если вы понимаете, что я имею в виду, и тогда, так сказать, можно будет вводить части, которые должны пройти слаживание. У нас же резервистская армия, как и у вас. То есть был план призвать 280 тысяч человек. На третий день оказалось, что их 320 тысяч. Пришли и те, которые не подлежат мобилизации. Короче говоря, это время экипировать, подготовить, исправить, изменить все эти планы, которые стали нерелевантны, ну и так далее и тому подобное. Но так или иначе, как мы более или менее понимаем, что поскольку эта концепция рванула у нас в руках, отвечает кто? Тот, кто у власти. Мы же с вами демократические страны, мы прекрасно понимаем, кто бы там что тогда раньше не говорил, это было то, это было это. Ты премьер-министр, да? Твоя партия правящая, ты за это отвечаешь. В итоге сейчас рейтинг премьер-министра 20%, чтобы вы понимали. То есть, иными словами, у него легитимация alt-night, то есть условная. Грубо говоря, ты должен исправить то, что натворил, а дальше вернуть мандат народу. Да? Пускай народ подтвердит твои полномочия. Если проголосует за тебя, молодец. А не проголосует, извини, либеральный демократический режим. Этот джентльмен, который, так сказать, высказался на Russia Today, он заднескамеечник, и попасть в список, его место в списке стало нереально. Короче говоря, он произносит то, что хотят услышать израильтяне. Это хорошая новость. Ну, бачите, світ заражений цією бацилою, я не про ковід, я про популізм. Окей, тобто він свою функцію виконав, але це не позиція держави Ізраїлі, політичного класу або уряду національної єдності. Пане професоре, ми мусимо прощатися, я просто хочу, щоб ми заанонсували, можливо, нашу продовження нашої розмови. Ми так домовились за кадром, це я нашим глядачам кажу, підписуйтесь на наш канал FM Галичина Аналітика, і в січні, може в кінці січня, ми в студії зустрінемося з паном професором. Так, пане Заїв? Звичайно. Обіцяю вам.
Окей. Тому було дуже цікаво з вами поспілкуватися. Другу серію будемо дивитися, власне, в січні, продовження. І будемо вже мати багато складових, які вже до того часу відбудуться. Я думаю, що ми зможемо все проаналізувати вже з новою картиною і на Близькому Сході, і в світі, зокрема. Дякую, це був маркер подій. Професор Зеєв Ханін був разом з нами. І до нових зустрічей. До нових зустріч. Ам Ісраїль Хай і слава Україні. Героям слава.